Георгий Иванович Бурков родился в 1933 году. Популярный актер, режиссер и сценарист, один из самых востребованных артистов своего времени. В послужном списке Буркова значится 105 ролей, и хотя большая часть из них второстепенный, выдающийся талант и мастерство актера помогли ему завоевать авторитет и признание в мире кино. На всю страну артиста прославили роли неказистого Миши в «Руне судьбы», Пети в «Зигзаге удачи», рядового Копытовского в «Они сражались за родину», Фетисова в «Гараже». Кроме съемок в кино, Бурков был задействован и в театральных проектах. В разные годы, блистая на подмостках современника МХАТа имени Горького театра имени Александра Сергеевича Пушкина. В 1980 году Георгию Буркову было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. Георгий Бурков скончался 19 июля 1990 года, похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве, участок номер 13 около дороги. На могиле актера установлен памятник из гранита красного цвета. Стела в форме Голгофы увенчана простым православным крестом. На надгробии выгравирована скромная надпись «Имя и годы жизни». Слева закреплен небольшой щит с фотоколлажем из наиболее полюбившихся зрителям кинообразов Буркова. Площадка вокруг памятника обрамлена цоколем, ограда сооружена из цилиндрических столбиков, соединенных одной цепью.